Сегодня в Доме культуры Бригантина состоялось областное совместное заседание Министерства культуры региона и городского комитета по имуществу. На нем обсуждались проблемные вопросы перехода памятников культуры в муниципальную собственность. Подробнее в сюжете Андрея Данилова. В совещании приняли участие представители МИАСа, Златоуста, Чебаркуля, Карабаша и Уйского. Основной темой заседания стало соблюдение законодательства в области охраны культурного наследия. На заседании обсуждалось принятие в муниципальную собственность объектов культурного наследия, которые на данный момент являются бесхозными. Вторым вопросом на повестке дня было определение охранных зон объектов культурного наследия, а также выделение из муниципального бюджета финансирования на проведение работ по разработке таких зон. Также заместитель культуры Челябинской области Комиссарова Татьяна Николаевна и другие областные специалисты в области охраны объектов культурного наследия неоднократно отметили важность своевременного предоставления отчетов о всей проделанной работе в данной сфере, а также о важности совместной работы Министерства культуры и Комитета по городскому имуществу. Андрей Данилов, Айдар Насыров, программа «24 МИАС».